добрый вечер. Мы продолжаем свою тренировку. Как я обещал, сегодня вечером будет тренировка рук. Утром мы снимали тренировку груди. А что будет состоять тренировка? Сегодня будет 100 подтягиваний, я их уже выполнил. Вот такое вот предварительное давление у нас получается. Вот. И дальше будут суперсерии бицепс трицепса. Вот так вот. Опять же снимаем для херсонской качалки. Не забываем об этом говорить. Первое упражнение у нас будет сгибание рук со штангой стоя на бицепс. И этим же весом будем работать на французский, и потом будем по весам расти, конечно. Thank you.
завершили первую суперсерию. Вот. Попытались снять все подходы, ну частично, там повторения не все были засняты. Следующая суперсерия — это сгибание рук с гантелями на бицепс, сидя под углом. Ну и плюс французский под таким же углом. Вот. 4 подхода по 15-12 повторений. Я начну с десяток, если я почувствую, что веса недостаточно, буду расти по весу. Не нужны, если правильно технически работать. Лично мне вот десяток с головой хватит. В общем, дальше снимать не станем. Вот, уже вернемся на следующей суперсерии. Все. Следующая суперсерия, которая будет выполняться мной, я закончил уже две суперсерии. Вот. Это сгибание, концентрированное сгибание руки с упором в колено на бицепс. Вот. Ну и жим узким хватом, очень медленно, в такой вот медленной манере буду выполнять. Поэтому вес я здесь не брал большой. Взял 50-60 килограмм, я думаю, будет достаточно. Потом будем набирать, если я с этим справлюсь. Ну а пока вот такие сгибания. Максимально растянуться, растянуть бицепс и максимально сократить его.
узкий жим. Сразу скажу, что я должен был делать узкий жим со штангой свободного веса. Но так уж вышло, все штанги были заняты. Поэтому я жму в смите. Вот. Пробуйте варианты. Последняя суперсерия, которая состоит из сгибания рук с канатом. Молот в кроссовере и сгибания рук на трицепс с тем же канатом. А задача 4 по 15. По весам, опять же, как я и говорю, я не любитель огромных весов, я не пауэрлифтер. Поэтому работать будем стараться в хорошей технике. Постараемся сделать 4 полных подхода. Момент инерции, момент рывка, чтобы максимально вложиться и потратить, как говорится, этот подход с пользой, а не подергать, как часто можно видеть, не получив никакой нагрузки. Но опять же, это мой выбор, я так делаю, мне так нравится. Вы уже там сами себе подберите методику. Ребят, закончилась моя вторая тренировка, субботняя вторая тренировка. Я обещал сказать, что я делал. Вот, я сделал 100 подтягиваний разными хватами, я думаю, не столь это интересно вам. Вот, я сделал суперсерию подъем V-образного грифа на бицепс стоя, плюс французский жим лежа на горизонтальной скамье. Работал 4 подхода по 12-15 повторений, в зависимости от веса. Вот, потом у меня были сгибания гантелями на наклонной скамье, ну и там же французский, теми же гантелями. У меня получилось 10 килограмм. Вы видели, было достаточно тяжело, хорошо нагрузился, поэтому не вижу смысла брать больше. Ну, это только для меня, опять же, я только себе говорю. Вот, следующая была суперсерия, это сгибание концентрированное в колено на бицепс. Гантель была у меня в 12 кг весом, плюс узкий жим. Опять же, повторюсь, нужно было жать свободным весом по программе, но не было. 3 человека в зале, и все 3 человека умудрились занять все 3 штанги свободного веса. Ну, вот так вот уж вышло. Поэтому
чтобы не терять интенсивность и плотность тренировки, я уже прибегнул к такому способу, как Смит. И любимейшее мое упражнение – это сгибание с канатом, стоя в кроссовере на бицепс молоток, и разгибание рук с канатом в том же кроссовере. Очень люблю, кстати, с канатом работать, ну, чувствую реально руки при этих упражнениях. Вот, вот такая получилась тренировка. Завтра у меня кардио, в понедельник тоже кардио, ну, а в следующей неделе мы попытаемся снимать новое видео, потому что у нас нету повторных тренировок. Мы каждую тренировку что-то меняем, что-то делаем и так далее, так далее, так далее. Вот. Опять же хочу поблагодарить в очередной раз Кулакова за предоставленную программу. Вот. Я являюсь представителем Кулаков Team. Вот. Ну, наверное, представляться нет смысла. Вы меня знаете. Ну, такое вот, типа популярность и дела. Вот. Дальше будет веселее. Опять же повторюсь, что уже есть даты, когда назначены соревнования. То есть мы сейчас будем уже жестко готовиться, ужесточать диету. Вот. На следующей неделе я запишу свой день по приемам пищи, что я кушаю, как это меняется. Вот. Постараюсь, конечно же. Сегодня мы сняли с Кулаковым в супермаркете, что нужно покупать, чего не нужно покупать. Я думаю, он выложит. Это будет его авторское видео. Вот. Ну, а с вами прощаюсь. Спасибо вам. Вот. Для вас старались. Делали как могли. Вот, не судите строго. Всем пока.